Нелегальный экстрим. Двое подростков в Чебоксарах взобрались на крышу девятиэтажки, чтобы испытать необычное ощущение. Как они туда попали, ведь все чердаки должны быть закрыты. На месте разбиралась моя коллега Валентина Алексеева. Это видео сняли на улице Хузангая в Чебоксарах. Видно, как двое подростков взобрались на крышу панельной девятиэтажки. После непродолжительной прогулки на высоте, один из них перелез через ограждение и попытался спуститься на крышу балкона. Ой, дурак! Ой, а это та крыша, на которую вышли подростки. Дом номер 21 по улице Хузангая в Чебоксарах. Узнав о происшествии от нашей съемочной группы, на место сразу же выехал представитель жилищной инспекции республики. Именно это ведомство следит за работой управляющих компаний и наказывает их в случае ненадлежащего обслуживания многоэтажек. Жилищный инспектор лично проверил каждый из 10 подъездов и осмотрел замки на чердаках. После случая в Тюрьевском районе мы всем управляющим компаниям разослали предупреждение о том, чтобы закрыть все выходы на крышу, подвалы, все технические помещения. И эта работа была выполнена. История, о которой вспоминает жилищный инспектор, произошла в октябре прошлого года в Цивильске. Там 12-летний мальчик упал с крыши пятиэтажки с тяжелейшими травмами. Его доставили в больницу. Проверка показала, что сейчас на всех чердаках в доме висят замки. И просто так справиться с ними невозможно, тем более подросткам. Но как же так получилось, что дети все-таки оказались на крыше? У управляющей компании есть версия произошедшего. Чердак мог быть открыт из-за того, что в доме по программе капремонта сейчас меняют лифты. В понедельник были переданы ключи ответственному сотруднику, это подрядная организация. Ну и возможно, как бы каким-то образом, то есть может быть период, когда подрядная организация там работала, либо сотрудники открыли и, соответственно, установленные лица проникли. Психологи отмечают, в возрасте от 12 до 17 лет подросткам не хватает острых ощущений, адреналина, бурлят гормоны, особенно у мальчиков. Поэтому они пробуют экстрим. Ездят, зацепившись за поезда, лазают по крышам. Это можно заменить, например, секцией скалолазания, говорят психологи, или совместными вылазками на природу. Можно вместе поехать на обычном рейсовом автобусе куда-то далеко, взобраться, например, вместе на какую-то возвышенность, постоять и посмотреть. Поэтому вот для ребенка вот это вот перемещение в пространстве, вот этот опыт бывает очень важен. И если это происходит с родителями, это всегда безопасно. Родителям следует внимательно относиться к подросткам, общаться с ними, говорить об их потребностях и желаниях. Ну и, конечно, объяснять, к каким последствиям может привести увлечение нелегальным экстримом. Валентина Алексеева, Никита Углев, Вести Чебоксары.